Практически тысячелетний город вот уже не один год живет в предвкушении большого юбилея. Подготовка к миллениуму условно разделилась на два блока. Строительный, в рамках которого Брест получил новую транспортную инфраструктуру, объекты социального, спортивного назначения и культурный. Афиша 2019-го будет пестрить яркими мероприятиями и известными во многих странах мира именами. Пойдет целая череда самых разных мероприятий. Это и парад оркестров, и семинар пушкинских библиотек, и хореографический фестиваль, фестиваль детских театров и книг. Книжный шкаф, фестиваль дружбы, международный карнавал. В этом году страны СНГ будут участвовать в нашем карнавале. Культурная столица СНГ, почетный статус, который перейдет к Бресту в 2019-м. Отразить это важное событие признан логотип, который будет наноситься на сувениры, подарки, стенды. Конкурс на его лучшее воплощение объявлен Брестским горосполкомом. Брестский горосполком объявил конкурс логотипов на приз председателя Брестского городского исполнительного комитета. С 30 октября по 30 января мы ждем работы брещан и, возможно, не только брещан, но и других представителей творческой интеллигенции, работы, которые будут представлены на наш конкурс. Какие требования? Конечно же, это креативность, конечно же, цель, то есть культура, культурная столица. Ну и, наверное, какая-то легкость восприятия. Вообще мы ждем какого-то нового творческого, какой-то такой работы, на которую будет приятно посмотреть, которая запомнится. Кроме креативных художников и дизайнеров, в отделе культуры в эти дни ждут творческих, харизматичных и ярких личностей. Объявлен кастинг ведущих праздничных мероприятий. Попробовать свои силы может любой желающий. Важный момент в том, что всегда нужны новые лица. Да, скажем так. И поэтому мы решили провести кастинг, который, финал которого состоится 9 декабря в городском центре культуры. Это улица Гоголя, 5. Все очень просто, необходимо заполнить заявку, направить ее к нам в отдел культуры. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст. Также вот я скажу о том, что возраст участников у нас с 10 до 45 лет. Положения уже официально опубликованы. Познакомиться подробнее с условиями конкурсов, а также узнать нюансы проведения испытаний можно на сайте городского исполнительного комитета.